получилась боевая хорошая игра. Тяжелое поле не позволило ни одной из команд много времени атаковать. Было очень много борьбы, много столкновений. Обе команды хотели победить, и поэтому в конце уже большими силами рисковали. После этого только появились какие-то моменты, как у одних, так и у других моментов, ворот. Но сегодня оборона и одной и другой команды сыграли лучше, поэтому забитых мячей мы сегодня не увидели. Потому что обе команды имели моменты, как мы, хорошие моменты, так и хозяева. В целом, разочарованы ли вы результатом и ждать ли каких-то перемен в составе и так далее? Ну, тяжело. Какие могут быть перемены, когда мы все видели, что поле такое тяжелое. Поэтому здесь говорить о каком-то созидании было очень сложно. Поэтому мы, естественно, свалились на эти длинные передачи, которые могли принести. Сегодня мы могли рассчитывать только на подборы и стандартные положения. Потому что больше созидать сегодня нельзя было. Поэтому какие-то делать выводы нельзя. Можно сказать, что все отдавались полностью, самоотдача была хорошая, но только не хватило где-то исполнительского мастерства.